30 до 100 тысяч гривен в эквиваленте. Нацбанк увеличил ежедневный лимит на снятие наличных с валютных счетов украинцев. Относительно гривны в Украине он остается на уровне 100 тысяч, а вот за границей снятие валюты с гривневых счетов ограничено той же суммой 100 тысяч, но уже за месяц. Такое решение позволит остановить выведение капитала за границу.